в эфире «Дневной разворот», в студии Анна Лапшина. И сразу же представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Дмитрий Печенкин, начальник департамента городского хозяйства администрации города. Дмитрий Александрович, добрый день. Здравствуйте. И сегодня мы подводим итоги ремонтного сезона улично-дорожной сети по программе БКД и итоги проекта формирования комфортной городской среды. Ну, действительно, у нас в текущем году продолжилась реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Наверное, стоит отметить, что это 5-й год реализации, можно сказать, такой маленький юбилейный год. В текущем году у нас в течение летнего периода, как раз когда осуществляется ремонт улично-дорожной сети, были выполнены работы на 72 объектах ремонта. На 72 участках улиц и дорог появилось новое асфальтовое покрытие. Кроме того, вот уже 3-й год наряду с ремонтом проезжих частей ремонтируются тротуары, восстанавливаются бордюрные камни там, где это необходимо. То есть уже более, так скажем, комплексно подходим к решению проблем. Не только отремонтировать проезжую часть и создать безопасные, комфортные условия для передвижения транспортных средств, но и восстанавливать покрытие тротуаров, потому что наряду с проблемами дорожного покрытия у нас существуют проблемы, а они даже в разы, наверное, больше, состоянием пешеходных дорожек, да? Наверное, стоит отметить, что у нас в текущем году финансирование этого проекта, оно составило также 1 040 000 000, то есть это уровень практически предыдущих лет финансирования. Но география ремонта в текущем году, она также была разнообразна. Это были участки улиц в центре города. Было много дорог, которые находятся в пригородной территории, в населенных пунктах, удаленных. Это новация какая-то этого года, ну, да? С учетом, что вот в центральную часть города уже на протяжении 5 лет мы максимально прошли ремонтами, соответственно, уже переходим на ремонт дорог, которые либо обеспечивают подъезд к садоводческим товариществам, либо к населенным пунктам, либо дороги находятся в самих населенных пунктах, ну, как, например, в микрорайоне Ленгасово, в Ганино в этом году, в Костино дороги ремонтировались длительное время, во многих вот этих поселках, в том числе, вообще асфальтовых работ не было. Соответственно, нацпроект позволяет уже приводить нормативное состояние и такие маленькие улицы, которые, может быть, не такие магистральные, как у нас Октябрьский проспект, но тем не менее не для каждого населенного пункта та или иная улица очень важна. Тем более много на таких улицах находятся у нас и социальных учреждений. Получается ремонтировать одновременно подъездные пути и подходы к школам, детским садам, что характерно. Вот и в текущем году это получилось сделать. Несколько примеров могу привести. Давайте. Долгое время было очень много нареканий по состоянию подъездных путей к детскому садику на Крутикова. Там детский сад ориентирован на прием детей с определенными ограничениями, у них не было парковки, не было подъездных путей, вообще дорога была не в проезжем состоянии. С определенными ограничениями — это ребята, у которых какие-то проблемы двигательного аппарата. Ну, в том числе, да. Состояние тех тротуаров и дороги практически, оно, ну, там уж не то, что ненормативными можно было назвать, вообще непроезжим. В текущем году полностью отремонтировали дороги и тротуары. В следующем году уже рассматриваем возможность организации на этом участке дорог мероприятий по безопасности дорожного движения с точки зрения организации пешеходных переходов и всего остального. Кроме того, вот опять же, не говоря о центре города, в поселке Костино в текущем году получилось сделать и тротуары, и проезжую часть, в том числе по периметру школы, которая находится как раз в центре поселка. Было очень много нареканий по состоянию тротуаров. Вот уже с ремонтом тротуаров получается подходить не только на основных улицах, но и вот в удаленных населенных пунктах. Сразу скажу, что в текущем году у нас было реализовано, так скажем, 3 этапа безопасных качественных дорог. Было заключено 3 контракта. Это и с учетом основного перечня работ. Плюс в текущем году было выделено Кирову 340 миллионов федеральных денег. Это была отдельная закупка, отдельный этап ремонта. И в августе, в сентябре на все сложившиеся экономии, остатки средств проекта получилось еще отыграть порядка 8 дополнительных дорог. И вот в течение там осени эти мероприятия выполнить. Второе направление реализации нацпроекта, кроме ремонтов покрытий улиц, это мероприятия, связанные с безопасностью дорожного движения. То есть это светофоры, разметка? Это модернизация светофорных объектов, там искусственные неровности, вот эти шумовые полосы, которые появились в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, определенных ГИБДД города, в том числе вот эта световая проекция на пешеходных переходах. Угу. Это, новинка, да, для нашего города. Это было впервые в текущем году реализовано. Отмечу, что эти мероприятия, они в первую очередь
реализуются как раз вот на участках улиц, где в предыдущие периоды зафиксированы те или иные дорожно-транспортные происшествия. Вот эти мероприятия как раз направлены либо на предупреждение, либо на профилактику и вообще доведение до нуля каких-то либо дорожных происшествий. Но, кроме того, были реализованы мероприятия и по установке комплексов фото-видеофиксации, где-то модернизации светофорных объектов, то есть вот перечень, набор по безопасности движения, он тоже значительный, он может не так заметен, как новая дорога появившаяся, да, но тем не менее это одно из направлений реализации нацпроекта. Соответственно, в 2022 году эти мероприятия, они будут продолжаться. Мы сейчас уже находимся в стадии конкурсных процедур по определению подрядной организации, которая будет ремонтировать дороги. Так, подождите, то есть вот в декабре уже ищем подрядчика? В концу декабря, с учетом всех процедур торгов, мы должны определить уже подрядную организацию. Это прямо удивительно. Я помню, мы начинали с чего, да, вот этот проект 5 лет назад, когда вроде и деньги-то есть, да, но пока мы тут писали документацию, определяли, выходили на конкурс. Были периоды, да, когда мы заключали контракты в июне, в июле, и, соответственно, с работами выходили только в августе. Вот ситуация текущего года в том числе показала, что к работам мы приступили в апреле месяце. Объем работ на самом деле очень большой. И вот ранняя подготовка документов, заключение контрактов как раз позволяет подготовиться к дорожно-строительному периоду. И у подрядной организации будет время подготовиться там, с точки зрения закупки материалов. И, в принципе, сейчас вот такая ранняя контрактация объектов, заключение контрактов, ну, исходя из практики, показывает, что федерация мониторит все субъекты, ранняя контрактация, раннее начало работ, опять же, исходя из практики, может показать, что будут предоставлены дополнительные средства, на которые еще дополнительные объекты могут быть отремонтированы. То есть это плюсик такой наш, да, на который смотрят там в Москве? Есть такая практика, вот дополнительные федеральные деньги, которые мы получили и в том году, и в текущем году, как раз показывают, что своевременно и даже иногда досрочное выполнение некоторых процедур, оно вот нас стимулирует реализовывать новые объекты. Проблематика, по которым сохраняется у нас до сих пор, то есть что еще ремонтировать. Давайте мы слушателям напомним, а вообще вот эти дороги, которые сейчас ремонтируют, они как оказываются-то в списке тех объектов, которые в ремонте нуждаются? Это люди звонят, одолевают администрацию города звонками, отремонтируйте уже нам, наконец, дорогу, всем сделали, мы тоже хотим. Или как-то по-другому? Ну, как правило, проблематика, она формируется и на основании обращений граждан, а их, исходя из сезона, будь то весна, будь то осень, поступает очень много, и, как правило, вот как раз формируется по одной дороге, по одной улице несколько, там, десятков даже обращений. Кроме того, у нас постоянно органы надзора в виде ГИБДД, прокуратуры выносят предписания, представления. Есть и судебные решения, которые необходимо реализовывать. Кроме того, по условиям нацпроекта мы проводим ежегодно диагностику состояния всей уличной сети, которая находится в асфальтовом покрытии, и выявляем те участки по результатам инструментальных замеров, как раз которые находятся в ненормативном состоянии, которые требуют ремонта. Буквально год назад, в ноябре 2020 года, мы проводили публичное слушание как раз по формированию программы ремонта вот этот на список период 2-3-летний, и как раз мы сейчас идем в том числе вот по этому адресному перечню, который с учетом публичных слушаний был сформирован. Конечно же, там с небольшой корректировкой реализуется. Ситуация может меняться, опять же, повторюсь, с учетом каких-то требований судов, либо предписаний надзорных органов, да, либо если мы на самом деле по результатам обследования видим состояние дороги, которая уже не проезжая, то, наверное, не стоит дожидаться следующих публичных слушаний, чтобы отремонтировать эту дорогу, тем более, если есть такие возможности в текущем периоде. А вот те деньги, которые приходят дополнительно из федерации, и те средства, которые удается сэкономить, они как раз, наверное, на такие объекты направляются? Ну, вот тот перечень адресный, который был сформирован с учетом слушания, он как раз был сформирован с учетом резерва, не только на один год, а даже там на 2-3-летний период, и вот из этого уже списка мы эти объекты формируем. Наверное, стоит отметить, что мы в текущем году впервые еще приступили к строительству двух дорог в рамках нацпроекта «Безопасные вот, качественные вот. Дороги». Улица Сурикова. Улица Сурикова и улица в заречной части города, микрорайон Долгушина, улица Зеленина и 8 марта. Наверное, улица Сурикова у всех долгое время очень на слуху. Мы видели и состояние проезжей части. Я даже вот сколько живу в этом городе, столько слышу. Количество жалоб, которые поступали, особенно вот опять же в межсезонье, когда там состояние улицы непроезжая. Сурикова, Сурикова, Сурикова. И вот как раз в этом году нам получилось, с учетом опять же готовности всей документации, приступить к реализации этого объекта. Объект сложный с точки зрения строительства. Это именно строительство улицы. Он рассчитан на 2 года. В текущем году уже на первом этапе, который у нас от Некрасова до Красина,
подрядчик приступил уже и к укладке асфальта бетонного покрытия. В следующем году мы планируем, что как раз вот где-то к осенью следующего года этот объект будет завершен. Появится новый объект практически, ну тоже можно сказать, в центральной интенсивной части города. Вот эти участки улицы Сурикова, они должны разгрузить, с нашей точки зрения, дорожную сеть этого микрорайона. Очень много работ связано как раз там с выносом и перекладкой сетей. Из-за этого вот то есть поэтому сложно, длительное, да, время занимает как раз больше земляные работы. Такой срок двухлетний он был поставлен, нормативный срок строительства. Эти контракты, они реализуются местными компаниями, которые выиграли аукционы. И давайте напомним, кто. Это Гордормострой и Вятавтодор. Угу. И на сегодняшний день по тем графикам сетевым, которые составлены, с учетом объемов этого проекта, вот как раз к октябрю-ноябрю следующего года там должно появиться полностью новая улица, которая обеспечит и комфортные условия для подъезда к многоквартирным домам, которые очень жаловались как раз, что невозможно подъехать. Там строили много нового жилья появилось. Жилья, да. С учетом как раз ввода этой улицы Сурикова у нас в этом микрорайоне изменится и работа общественного транспорта. Соответственно, вот на этом участке часть маршрутов пойдут прямо, если они сейчас не могут до Красиной ехать. Угу, угу. Соответственно, тоже здесь, возможно, кто-то оценит это удобство с точки зрения доступности. Ну и вторая дорога, это в Заречной части, она хоть и не в центре города находится, да, вот но... Да, вопрос. Сурикова все понятно. Но, так скажем, в центре микрорайона Долгушино, там за последние несколько лет... А там тоже масштабное жилищное строительство, были, да, построены новые дома в рамках программы переселения. Кроме того, сейчас вот организовано там уже строительство школы, новой школы как раз. И вот по этим двум улицам будет обеспечиваться как раз подъезд к этим, в том числе, домам для переселенцев и новой школе. Соответственно, при вводе в эксплуатацию школы в следующем году в том числе должно завершиться строительство вот этих улиц. И я думаю, что там будет обеспечено, опять же, комфортные условия подъезда. Потому что это немаловажный фактор. Новый объект появляется, а как бывает, что на практике ни подходов, ни подъездов к нему нет. Вы сказали про подрядчиков, вы сказали про кировских подрядчиков, вот. А я хотела вас спросить по БКД, те вот участки, которые делались в течение этих 5 лет. Вы же все равно анализируете, смотрите, насколько долго они служат. Есть ли какие-то нарекания к подрядчикам? Все ли они готовы устранять какие-то неисправности, возникшие в гарантийный период? На самом деле, 5 лет реализации этого нацпроекта, они показали и очень положительный эффект, да, но мы столкнулись, вот особенно в первые 2 года, в 2017-2018 году, когда заходили на ремонты вот какие-то мелкие, в том числе подрядные организации, были в такие факты, что и иногородние компании заходили. На сегодняшний день есть несколько таких участков дорог, по которым данные подрядные организации уже не исполняют гарантийные обязательства, либо по причине, что их уже не существует, мы остаемся с ними в претензионной и судебной работе через службу судебных приставов, либо уже компания просто обанкротилась, кроме названия у нее также ничего не осталось, но тем не менее вот вся эта претензионно-судебная работа, она проводится, в том числе и выходим с субсидиарной ответственностью в отношении не только самой фирмы, но и учредителей. То есть иногда фирма исчезла, но тем не менее учредители этой организации, они остаются. И вот максимально используем все механизмы, чтобы все-таки вот за невыполнение тех обязательств, которые были предусмотрены по контракту с точки зрения исполнения гарантий по дефектам, которые образовываются при эксплуатации, вот несколько участков дорог такие они остаются. Но тем не менее проводятся работы, в том числе и управлением дорожной парковой инфраструктуры, чтобы заделывать эти дефекты в рамках текущего содержания и вот эти затраты предъявлять как раз вот этим нерадивым подрядчикам, которые отказываются это выполнять в добровольном порядке. Вот это как раз практика первых 2 лет, когда были сделаны, так скажем, маленькие аукционы, зашли в том числе и организации, не имеющие собственных, там, например, асфальтобетонных заводов, собственных мощностей, либо с других регионов. И вот практика, которую мы использовали на протяжении последних 3 лет, формирование одного-двух лотов, но более крупных, как раз которые обеспечивают, что на данные контракты заходят, как правило, организации, которые именно являются профильными, имеют собственные силы и средства, собственное производство асфальтобетона, и по которым, по крайней мере, вот опять же, проанализировав 3 года, у нас не было таких срывов, что мы срывали ремонт того или иного объекта, а вот текущий год показал, что мы практически все объекты, большинство объектов сдали досрочно при таком хорошем лете, которое было.
Дмитрий Александрович, еще вопрос. Вот вы сказали про дороги, асфальтовые дороги в проекте БКД в отдаленных, да, микрорайонах. А ведь есть грунтовые дороги. Это какая-то отдельная программа, насколько я помню. Да, это администрация города уже сама ее инициировала. Ну, действительно, уже 4-й год эта программа, она реализуется. Это местная программа, она реализуется полностью за счет средств местного бюджета. В текущем году ее реализация продолжилась. Наверное, стоит отметить, что с каждым годом также есть положительная динамика, что увеличиваются объемы работ. В текущем году, приведу пример, что отремонтировано более 20 объектов грунтовых дорог, и финансирование в течение года дополнялось, то есть где-то порядка, наверное, уже 35 миллионов на эти мероприятия в этом году направлено. Конечно, там со средствами нацпроекта не сравнится, но тем не менее, сама проблематика грунтовых дорог, она еще более, наверное, ощущается, особенно вот весенний, осенний период времени, когда распутится и когда бывает вообще не проехать по тем грунтовым направлениям, которые обеспечивают иногда единственный въезд в сторону населенного пункта. Тоже, наверное, стоит отметить, что у нас в том году одновременно с публичными слушаниями по национальному проекту были публичные слушания и по адресному перечню грунтовых дорог. Программа была сформирована трехлетняя. Сразу скажу, что там потребность намного больше, потому что есть, говорю, дороги там в пригородной черте, которые вообще не имеют никакого основания, их надо каким-то образом приводить в проезжее состояние. Соответственно, вот та программа трехлетняя, которая была адресно сформирована, опять же, там с определенными коррективами, она будет продолжена к реализации. Вот на последних депутатских комиссиях депутаты обозначали, что в следующем году рассмотреть возможность увеличения финансирования этой программы, потому что на самом деле эффект от этих мероприятий, он не менее положительный, чем вот по ремонту асфальтовых дорог. Повторюсь, что мы сейчас уже находимся в конкурсной процедуре именно по объектам ремонта 2022 года по безопасным качественным дорогам. Тут же одновременно, я думаю, что в декабре либо в январе мы уже запустим конкурсные процедуры по грунтовым дорогам, чтобы уже также, не дожидаясь там июня, июля, в апреле, когда стает снег, приступить к этим работам. И одновременно сейчас по безопасным качественным дорогам идет контрактация, в том числе и объектов по безопасности дорожного движения. Вот это как раз о чем мы говорили, направление, которое также в следующем году будет продолжено. А что планируется сделать? Потому что когда появились первые шумовые полосы, мы, например, говорили, что появятся еще, и они появились, или пока не определено еще? На сегодняшний день в основном речь идет как раз о модернизации либо установке новых светофорных объектов. Это опять же по тем местам концентрации дорожно-транспортных происшествий, которые мы в текущем году делали, но не полностью весь план мероприятий согласованно с ГИБДД реализовали. Лето этого года показало, что у нас многие светофорные объекты, они попросту уже на с точки вот, зрения да, эксплуатации пришли в негодность. Соответственно, да. На некоторых участках будет произведена замена светофорного объекта, появится новый светофор, который будет уже обеспечивать, я думаю, что при любой температуре нормальное функционирование. Кроме того, наверное, стоит отметить, что с 2022 года мы уже приступим к некоторым объектам капитального ремонта. Вот долгое время говорили про ремонт студенческого проезда от улицы Воровского до Московской. Кольцевая развязка в Макарье, это Павла Корчагина и проезжая. Да, все-таки доберетесь где сейчас до нее, установлено, да? Так скажем, тест-тестовое ограждение. Эти объекты сейчас находятся в государственной экспертизе. Я думаю, что вот до конца года, либо там, по крайней мере, в начале следующего будет заключение госэкспертизы, и мы как раз планируем уже начало реализации с 2022 года некоторых объектов. Кроме того, сейчас, опять же, в рамках устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, вот буквально в ближайшее время выйдет закупка по капитальному ремонту пересечения улицы Ленина и Современной. Тоже такой участок улицы Ленина очень напряженный. Это в районе Гринхауса. Это в районе, да? Гринхауса. Там планируется и уширение определенных проезжих частей на пересечении этих улиц и модернизация как раз средств организации дорожного движения, светофорного объекта и сопутствующих всех средств. Кроме того, вот обозначалось, что у нас участки улицы Крупской и Стахановской планируются для капитального ремонта. Эти объекты также сейчас в госэкспертизе находятся. Мы по ним отрабатываем. Я думаю, что вот до конца года, в начале следующего, мы должны выйти из госэкспертизы, чтобы уже планировать реализацию этих объектов с 2022 года. Ну, ни для кого не секрет, что мы находимся в стадии проектирования также нескольких кольцевых развязок по местам концентрации, опять же, дорожно-транспортных происшествий. Это пересечение Октябрьского проспекта, Карла Маркса,
напряженный на самом деле перекресток. Это, вот это в районе Стрелки, где сходятся Карла Маркса и Октябрьский. Октябрьский проспект и улица Свердлова тоже с точки зрения регулируемости этого перекрестка. Я понимаю, где поворачивает Октябрьский проспект, да, в сторону Абитека. Угу. Кроме того, находится на проектировании кольцевая развязка у самолета. Ну и также находится в проектировании сейчас участок улицы Солнечной, строительство улицы Солнечной. Вернее, проект уже готов, находится в государственной экспертизе. Это улица Солнечная от Производственной до Воровского, тоже проблемный участок, который на сегодняшний день, по идее, относится к улице, но по факту там ни дороги, ни тротуаров, ничего нет. Соответственно, если этот объект, вот улица Солнечная, будет реализован, он, опять же, разгрузит определенный перекресток улицы Производственной и Воровского, который также является очень напряженным с точки зрения пропускной способности. Дмитрий Александрович, а вы вот не назвали Комсомольскую площадь. Ее же тоже часто очень упоминают, когда говорят об организации кольцевых развязок. Вот по Комсомольской площади также это пересечение Октябрьского и Комсомольской. Здесь также одним из, наверное, мероприятий, которое исправит всю ситуацию, определено как раз создание кольцевого движения. Мы пока еще на стадию проектирования не вышли, но я думаю, что там в первом квартале 2022 года мы как раз уже будем готовы к проектированию, чтобы выйти на определение проектировщика в течение 2022 года, чтобы эти процессы как раз запустить. Много времени проходит вот между проектом, выходом на проектирование, готовностью проекта и уже объектом, которым можно пользоваться? Временной промежуток, он бывает, как правило, больше года. Потому что приведу несколько примеров. Вот опять же улица и Стахановская, и Крупская, и кольцевая развязка Макарья. По ним контракты были заключены еще в начале 2020 года, в первом квартале, первом-втором квартале. Соответственно, вот к концу 2021 года мы еще до сих пор находимся в экспертизе. Потому что сами по себе объекты либо капитального ремонта, либо строительства, они более сложные. Потому что это не просто ремонт существующего, это создание чего-то нового. Соответственно, здесь проводятся и изыскания, и полностью разрабатывается проект, и в дальнейшем все это проходит еще нашу государственную экспертизу. Ну, наверное, это правильно с точки зрения оценки всех вот проектных решений, чтобы это на самом деле повлекло положительный результат и где-то разгрузило уличную сеть, да, увеличило пропускную способность, либо повлияло там на безопасные и комфортные условия передвижения. Но чтобы не получилось так, что мы потратили время и деньги, а ситуация не улучшилась. Вы про это, да? Верно. Дмитрий Печенкин в нашей студии. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу и вернемся после нее. Будем говорить уже о проекте формирования комфортной городской среды. Продолжаем «Дневной разворот». Дмитрий Печенкин, начальник департамента городского хозяйства администрации Кирова, в нашей студии. Мы сейчас переходим к формированию комфортной городской среды. Тоже сегодня подводим итог реализации этой программы в уходящем году. Напомните, пожалуйста, Дмитрий Александрович, сколько объектов и какие попали в список? Крупные, какие-то, может быть, небольшие, но знаковые, там, важные для жителей. Сколько средств мы на это израсходовали? Также, наверное, стоит напомнить, что мы пятый год реализуем и данный национальный проект формирования комфортной городской среды. Тут два направления благоустройства. Это обязательное благоустройство дворовых территорий. В текущем году эти мероприятия были продолжены. 36 дворовых территорий было благоустроено. Это значительное количество. Это на протяжении последних нескольких лет мы как раз там не менее 30 дворовых территорий благоустраиваем. Тем более практика показывает, что многие, когда видят конечный результат на дворовой территории, очень активно начинают спрашивать, как в эту программу попасть. Есть определенный конкурсный отбор. Первые, наверное, два года реализации многие сомневались, что вот можно попасть в эту программу. Соответственно, вот практика, наверное, соседних дворов, которые благоустроены за эти годы, показала, что на самом деле это реально. И вот эта федеральная программа позволяет с использованием, с привлечением средств бюджета всех уровней, с определенным софинансированием жителей в определенной небольшой доле, так сказать, поправить ситуацию в своем дворе. Потому что, наверное, многие жители и собственники многоквартирных домов, вот весь комплекс работ, которые они хотят видеть за счет собственных средств, наверное, было бы очень проблематично, либо нереально это сделать, либо это можно было сделать на протяжении нескольких периодов. А так, в летний период некоторые дворы, которые десятилетиями не ремонтировались, а иногда не ремонтировались с момента создания, приобретают новый вид, более комфортный и более благоустроенный. Наверное, еще более положительным с точки зрения эффекта является благоустройство общественных территорий, в том числе пешеходных зон,
ну, тротуара вдоль улиц, либо иных пешеходных зон. Угу. В этом году этот объем работ он также был продолжен. На 8 улицах, ну, участков больше, я называю по улицам, на 8 улицах появилось новое покрытие. Либо оно было в тротуарной плитке, либо в брусчатке, либо где-то в асфальте. Опять же, повторюсь, вот я уже отмечал, что состояние тротуаров и пешеходных дорожек у нас в городе... Иногда даже хуже, чем дорог. Хуже, ну, на самом деле хуже, чем проезжие части, потому что... Потому что до них все как-то руки не доходили. Такой программы именно по ремонту тротуаров ее не было, по сути дела. Иногда были программы локальные по ремонту дорог, но вот по тротуарам также мы отмечаем, что вот возьмем даже Октябрьский проспект, он просто не ремонтировался местами с момента, наверное, создания, либо там очень давно. Потому что мы видим состояние некоторых аллейных частей. Я сейчас не говорю про бульвар, который находится в центре Октябрьского проспекта. Мы вот в протяжении последних 2 лет ведем благоустройство аллеи Октябрьского проспекта. Это опять от площади Лепси там в сторону Филейки. Угу. И вот на самом деле тут появляются, наверное, не просто тротуары, а вот именно местные какие-то локальные общественные пространства, прогулочные больше всего. Ну, но наверное, не на скверы, похоже. И, там, наверное, более стоят, фонари. Комфортное с точки зрения даже вот передвижения близлежащих и домов. И много предприятий стоит крупных на Октябрьском проспекте. Мы видим, наблюдаем, вот после создания, опять же, приведу пример, на этом же Октябрьском проспекте в районе площади Лепси появились новые дорожки, новое освещение. Освещения там вообще не было. Мы убрали часть аварийных деревьев, соответственно, открыли определенную территорию, поставили новые скамейки с урнами. Ну, на самом деле, это востребовано. При хорошей погоде люди просто там гуляют, не только транзитом пользуются этой зоной, но и просто там гуляют. Местные жители просто выходят отдыхать туда. Да. В этом году, как я уже сказал, было несколько таких участков. Они также территориально были расположены в разных районах города, как и в центральной части города. В Нововятском районе была благоустроена улица Опарина, аллейная часть. По сути дела, заново там тоже появилось и пешеходное покрытие, и вот эти малые архитектурные формы, потому что мы даже для себя сейчас отмечаем, что было на старте, да, фотографиями работ, какие там стояли старые бетонные, деревянные скамейки, на которых посидеть, наверное, толком нельзя. И сейчас появились новые парковые удобные скамейки, которые обеспечивают, ну, так скажем, направление этого проекта – создание комфортной городской среды. Знаковым местом благоустройства текущего года стал сквер Трудовой Славы на пересечении улиц Профсоюзной и Карла Маркса. А с ним как-то так немножко задержались, насколько я помню. Планы на самом деле были изначально завершить его к августу месяцу. Но ряд обстоятельств тут, видимо, сыграло, что и подрядчик с работами ушел уже и в сентябрь, и в октябрь. Открытие, по сути дела, сквера состоялось в октябре. Но вот тот объем работ, который в сквере, по сути дела, это была реконструкция сквера, полностью он воссоздан и с точки зрения освещения, озеленения и всех покрытий. Помним еще весной, когда мы туда выезжали, там, ну, опять же, кроме верхней площадки, где находится памятник, наверное, о благоустройстве особо речи не было. Там стоял объект общепита, который был под снос. Сейчас появилось новое пространство, но, опять же, с нашей точки зрения мы наблюдаем, что оно притягивает людей. На самом деле, вот та конструкция для документальных выставок, которые сейчас посвящены как раз истории ряда предприятий, которым установлены информационные стелы в сфере Трудовой Славы, они как раз притягивают и местных жителей, кто живет в этом микрорайоне, и, возможно, горожане, которые специально едут посмотреть. Потому что, наверное, здесь символично получилось, что мы в текущем году благоустроили это пространство, и город получил в этом году почетное звание «Город Трудовой Доблести». Соответственно, есть место, приуроченное как раз вот каким-то торжественным мероприятием, но в котором можно проводить как раз вот определенные тематические мероприятия. Люди говорят, что деревья зря убрали. Вот те деревья тенистые, большие, которые есть. Понятно, что маленькие, которые посажены, они вырастут когда-нибудь, да? Вот, но... Ну, здесь, опять же, мы опирались на мнение специалистов, которые проводили обследование деревьев. Угу. Иногда бывает так, что дерево большое, оно внутри является уже, ну, там... Пустым, полым каким-то, либо пустым, да? И определенная непогода может привести к тому, что вот это дерево упадет на все созданное... А, то есть они, получается, аварийные были, на, да? На все созданное, там, на это же новое освещение, на эти же скамейки, на эти же там стеллы. И, соответственно, вот здесь полностью было проведено практически новое озеленение, появились и кустарники, и деревья, и были сохранены те деревья, которые как раз в предыдущие годы, ну, высаживались, а вот те большие аварийные деревья, они были ликвидированы.
пришлось убрать. У нас не так много времени остается. Еще немножко хотелось все-таки поговорить о планах на сезон. Не знаю, насколько я помню, в 2022 году ведь реконструкция парка Кирова была запланирована. Ну, действительно, сейчас можно уже озвучить и планы в целом по этому национальному проекту. Угу. У нас в 2022 году продолжится благоустройство дворов, 35 дворовых территорий. Планируется как раз по тому конкурсному отбору, который они прошли. Мы уже находимся, опять же, в стадии конкурсных процедур. Соответственно, в декабре уже будет подписан муниципальный контракт, будет, понятно, подрядная организация. Также продолжится благоустройство тротуарных зон. Есть несколько улиц, которые также целиком будут отремонтированы с точки зрения тротуаров. Это и проспект Строителей. Очень много нареканий по состоянию тротуара было на проспекте Строителей. Он был одним из лидеров как раз голосования при рейтинговом отборе. Улица Лепсе также будет отремонтирована. Мы продолжим благоустройство и Октябрьского проспекта с точки зрения тротуарной сети. Ну, то есть объем работ очень значительный. У нас порядка 100 миллионов будет в следующем году направлено именно на ремонт тротуаров. В следующем году мы продолжим благоустройство общественных территорий. Вот уже можно с уверенностью сказать, что один из лидеров отбора рейтингового, который был, сквер на Авятском районе будет сделан на Советской 27. По двум основным паркам, которые также у нас были отголосованы и по которым идет уже второй год подготовка проектной документации, это вот как раз к вопросу длительности проектирования и экспертизы. На сегодняшний день по парку Гагарина мы полностью уже получили заключение госэкспертиза на проект. Сейчас совместно с правительством области как раз рассматриваем механизм реализации, потому что этот объект, он очень большой с точки зрения объемов работы, с точки зрения самой территории. Это второй, наверное, по площади парк в городе. И планируем все-таки вот при определенных процедурных, решении процедурных вопросов с финансированием, также приступать к реализации этих мероприятий с 2022 года. По парку Кирова на сегодняшний день проектная документация, она разработана. Идет процесс уже, да? Государственной экспертизы. Планируем также до конца года, что все-таки мы выйдем на положительное заключение. Здесь стоит отметить, что парк сам по себе, он и самый большой по площади, он по рельефу очень непростой. Соответственно, там у нас есть не просто прямое ровное пространство, там есть и зона водных объектов, пруды существующие. Очень непростая планировка рельефа. Но это, опять же, учтено все в проектных решениях. И мы для себя все-таки в проектных решениях это отмечено, что это не один год реализации будет мероприятий, это как минимум 2 года реализации. И вот как только мы выходим с государственной экспертизы, то есть здесь опять же по механизму, как по Гагаринскому парку, все-таки мы планируем, что это будет отдельное финансирование на реализацию этих мероприятий, чтобы хотя бы в 2-летний период вот эти 2 парка сделать. То есть это получается к 2024 году, как раз к юбилею мы года. Мы стремимся к тому, чтобы как раз вот 2 этих самых больших общественных пространства при финансировании со стороны бюджета, они будут реализованы, потому что на самом деле парк Кирова за 1 год, наверное, никакой подрядчик не сделает, конечно. Потому что здесь даже если, несмотря на то, что определенные работы можно вести и там зимой, и осенью, но тем не менее, сама планировка парка Кирова, да, и наличие каких-то объектов уже удлиняют сам процесс благоустройства. По парку Кирова мы обязательно сделаем отдельный эфир, как только будет понятно, что с госэкспертизой, да, вот начнутся поиски подрядчика или будет найден подрядчик. Времени остается буквально вот минута, категорически его не хватает. Хватает нам, конечно. А в завершении программы давайте поговорим о подготовке к Новому году. Так вот хочется уже все-таки. Ну, на самом деле, ровно, наверное, месяц остается до календарного Нового года. Даже меньше. Традиционно в декабре будут проводиться мероприятия по строительству новогоднего городка на Театральной площади, на самой главной точке города. Кроме того, сейчас уже организованы мероприятия. Я думаю, что в первой декаде декабря уже начнется установка елок по районам города Кирова, угу. Да, новогодних елей. В этом году мы сделали определенный упор и на обновление городской иллюминации, потому что некоторые элементы после обследования у нас много уже там пятилетиями висят некоторые консоли, либо там растяжки, которые уже с точки зрения даже эксплуатации не работают. Соответственно, в текущем году на ряде улиц появятся новые как раз элементы иллюминации. Кроме того, на некоторых вот благоустроенных территориях, которые мы благоустраивали по комфортной городской среде, мы планируем установить ряд, опять же, световых конструкций, которые, наверное, в предыдущие годы на этих территориях вообще не появлялись. Ну, кроме того, наверное, стоит отметить, что мы максимально
используем в этом году все конструкции, которые приобретались в предыдущие периоды. Ну, как пример, вот сейчас на пешеходной части Спасской уже смонтированы вот эти световые арки, они единственное пока еще не подключены к освещению, но я думаю, что как конструкция раз уже стоит. В первой декаде декабря этот объект заработает. На территории парков также планируется, вот опять же, в Кочеровском парке в этом году появится каток впервые, будут все сопутствующие элементы, и новогодняя елка, и световые конструкции в виде арок, либо иных элементов новогодних. Будет, кроме Кочеровского парка, создан каток на трех традиционных местах, которые в том году показали свою востребованность. Это парк Гагарина, в Коминтерне на стадионе Павла Корчагина будет каток создан, и в парке на Вятского ЛПК также будет залит каток, именно вот те муниципальные бесплатные катки, которые будут пользоваться жителями города Кирова. А на Театральной площади катка не будет? На Театральной площади каток будет традиционно в этом же месте. То есть на Театральной площади в текущем году будут установлены и созданы основные элементы, опять же, Нового года. Это и главная городская елка, каток, и фигуры. Фигуры, символизирующие 22-й год. Будут в том числе пару горок, которые как раз рассчитаны на детей. Ну, традиционно будет украшен сквер у фонтана. Я думаю, что вот как раз в 10-20 числах декабря мы уже увидим более такое новогоднее состояние территории города. Дмитрий Александрович, а вот про Театральную площадь отдельно хотела спросить. Видел сообщение коллег о том, что затраты на ее оформление чуть ли не в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. Ну, в данном случае мы, как и говорили, что в этом году используем максимально те элементы, которые у нас уже есть в наличии. То есть, если мы говорим про каток, то ограждение катка и вот эти конструкции ограждающие, они будут использоваться повторно. В этом году мы новое ограждение катка не приобретаем. То есть, мы экономим не на внешнем виде, это не значит, раз сэкономили, то хуже будет на Театральной площади. Ну, я думаю, что нет. В любом случае, элементы Нового года, традиционные все, они будут обеспечены. И елка, и Дед Мороз со Снегурочкой, и каток, и вот световая иллюминация какая-то. Да. Соответственно, новогоднее настроение, я думаю, что в любом случае оно как раз связано с восприятием таких элементов, как елка, горка, Дед Мороз и какие-то светящиеся фигурки. Лишь бы все не растаяло. Ну, немаловажный фактор – это погода, на самом деле. Спасибо большое. Дмитрий Печенкин в нашей студии был, начальник департамента городского хозяйства администрации Кирова. Мы на этом дневной разворот завершаем. До свидания. До свидания. Спасибо.